Я тут 2 года назад была, там сидела.
моя подписчица, которая заказывала как-то у меня программу тренировок, похудела. Похудела почти на 7 килограмм я похудела. Видите? Сейчас все еще в процессе. Теперь возьмемся за нее заново. Сиди тут, точит вот это вот. Посмотрите на них. Куда руки? Куда руки? Неправда, я сейчас не хочу. Нет, я не сказала, что хватит. Говорит, на свадьбе. Нет, мы не на свадьбе. Здесь мы в пустыне, здесь представление. Мы делали фотосессию в пустыне. У меня всегда приятно с полезным. Делали фотосессию, сын катался на квадриках. А я на верблюдах покаталась и поработала, грубо говоря. Видели, что Надя Ермакова писали, что ты сливаешь эфиры. Да я специально солю эфиры, чтобы меня выгнали из проекта. Потому что я не хочу там находиться. Они меня все время отговаривают, а я уже устала, реально. Пускай они меня уже сами выгонят. За то, что я такая хреновая, сливаю эфиры. А мы отдыхали, мы сидели отдыхали уже. Ладно, пошли отдыхать дальше. Я ухожу, они меня переубеждают. Говорят, Вика, ты же хотела изменить формат, ты должна дойти до конца, не обращай ни на кого внимания. Что думаете? Как же? Они давят на то, что, типа, ну, ты же решила дойти до конца. Всем, кто гонит на Вику, идите нахуй отсюда, идите нахуй к Артему, Руслану, кому хотите, детский сад, и все тупые. Артем дурак, детский сад, пакость делает. Ну, понимаете, мужики только и могут, что Ебаров только и может, что орать на маленькую девочку. Артем только и может, что засаживать маленькую девочку. Руслан только и может, что засаживать и молчать, когда засаживают маленькую девочку. Это не мужики, это... Я промолчу, кто? Делайте выводы сами. Я девочка. Что бы я ни сделала, что бы я ни сказала, это не дает им никакого права со мной так обращаться. Тем более я ничего плохого не сделала. Что одному я давала 150 шансов, молчала. Что второму 150 шансов, молчала. Но когда меня первой засаживают, я молчать не буду. Я просто даю ответ. И даю ответ по факту. Если он говорит о том, что он оплатил мою поездку в Дубай, я докажу, что такого не было. Если Руслан говорит о том, что он, блядь, там такой секой не изменял, я докажу, что это было и так далее. Там у меня все ответы обоснованы, не высосаны из пальца, как у них. Все, я все, встань, хочу, все, блин, я пошла отдыхать реально.